Всем привет! Сегодня у меня в ремонте BMW F07. Это основное повреждение. Задняя дверь будет заменена. Заднее крыло. Сначала вытяну поврежденное место на крыле и затем заменю часть крыла. Итак, начнем. Сначала разборка. Итак, разборка закончена. Начинаю вытягивать поврежденное место.
С вытяжкой я закончил. Теперь я вырежу кусок и посмотрю, есть ли повреждения внутренних элементов. Внутренние усилители в порядке. Удаляю оставшуюся часть. Устанавливаю дверь и проверяю зазор. Все в порядке, зазор хороший. Теперь возьму нужный кусок с донорской части. Теперь у меня есть нужная часть. Теперь я примеряю его, выравниваю места соединений, устанавливаю и затем свариваю.
Для установки куска использую кузовной клей. Затем устанавливаю кусок и только тогда свариваю. Итак, кусок приварен, работа с металлом завершена. Внутренние полости заливаю антикором. Сборка. Моя работа закончена.
На эту работу ушло 35 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!